Эта ситуация зрела с 2014 года. Так как я еще в то время, мы со своей семьей жили там, в Донецке, работали, вот мы как бы являемся свидетелями этих всех первых событий, да, и свидетелями того, что происходило в Киеве, и потом все это перешло уже на Донбасс. Это мы все прекрасно помним, как вчера эти первые бомбардировки, эти первые взрывы, первые истребители, которые пролетали над нашим домом. Эта вся вот ситуация привела к тому, к чему сейчас мы пришли, скажем так. Потому что те обстрелы Донбасса, и вот буквально сегодня я звонил, вчера звонил в Донецк, у меня там очень много осталось друзей, постоянно идут обстрелы. И вот эта ситуация, я считаю, направлена на то, чтобы прекратить это. Тоже это нужно сделать обязательно. Изначально хотели все сделать мирным дипломатическим путем. Ну, не получилось. Если бы дальше так все оставили, то было бы гораздо больше жертв. Эти жертвы были не только на Донбассе.